Зимником быть. В Ненецком округе продолжаются работы по обустройству временных ледовых трасс. Речь идет о двух временных сезонных дорогах – Наринмар-Усинск протяженностью почти 55 километров и Наринмар-Тельвиска. Тему продолжит Ольга Русул. Работы по обустройству зимников начаты, но ситуация усугубляется малым количеством снега. В этом году снежный покров в 3 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, распоряжение профильного департамента о выезде в тундровую зону подписано 20 декабря. Сейчас на строительстве основного зимника Наринмар-Усинск работает 7 единиц техники. Осуществляется заготовка снега, засыпка ручьев глубоких снегом, проминка трассы и вишкование. Срок установлен контрактом 30 дней. Между тем, переправы в районе села Усть-Уса планируют открыть уже 31 декабря, пока с ограничениями в 5 тонн. За обслуживание этого участка отвечает подрядная организация «Темпдорстрой». Сейчас продолжается искусственное намораживание ледовой переправы в районе села Усть-Уса. Работы ведутся в 2 смены, используется 10 мотопомп. В ту пятницу, еще недели назад, 100 метров еще была открытая вода. Там еще не вставала печера. Вот она в пятницу начала вставать, и с пятницу на субботу встала только. Планируем мы на 31 декабря открыть 5 тонн. Значит, на 10 декабря, то есть января, там уже будет, значит, полная нагрузка. Толщина льда в Печоре в эти дни составляет от 60 сантиметров до 10 в самом тонком месте. Данный участок зимника открывает путь на большую землю жителям и предпринимателям Ненецкого округа. Ледовой переправой они смогут воспользоваться после открытия зимника Наринмар-Усинск. Скорейшему открытию зимников должна способствовать погода. Но пока прогнозы неутешительные. До конца недели у нас примерно будет ветер восточных, юго-восточных направлений. Температура воздуха будет от где-то порядка -27 до -32 градусов. Ветер будет 8 метров, порывами до аж 15-18 метров. Это вот на ближайшие несколько дней, ну буквально на 3 дня. Впрочем, ждать снегопадов в январе тоже не стоит. Согласно долговременного прогноза, погода в первый месяц нового года будет теплее декабрьской, но такой же малоснежной. Температура будет примерно от в первой декаде, вот можно посмотреть, да, что в первой декаде будет от -12 до -17, во второй декаде -8, -14 градусов. То есть будет значительно теплее, чем сейчас. Будут небольшие осадки в виде снега, облачно. Напомним, что завершить строительство зимника Наринмар-Усинск планируется во второй половине января. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».